Быть британцем — это значит гордиться своей страной, монархией, гордиться вещами, которые здесь делают, британским сельским хозяйством, британской промышленностью, людьми, гордиться местом, где ты живешь, и радоваться этой жизни. Для Британии как государства патриотизм очень важен. Это одна из тех идей, о которых думаешь каждое утро, как только проснулся. Любому человеку нужно чем-то гордиться и чему-то радоваться. Патриотизм — это значит быть частью твоей страны, соблюдать традиции этой культуры. Насколько важен патриотизм для британского общества сейчас? Я бы сказал, наверное, важнее, чем когда-либо, учитывая, что происходит в мире. Надо держаться вместе. Хотя не знаю, патриотичнее ли люди сейчас, чем, скажем, 50 или 100 лет тому назад. Я считаю, значение патриотизма преувеличивают. Что там Оскар Уайльд сказал про национализм? Что-то там, что он для негодяев. Патриотизм хорош в спорте. А вот что касается разных наций, мы должны сотрудничать, чтобы жизнь всех граждан в каждой отдельной стране становилась лучше. Британское государство должно защищать права своих граждан. Мы, например, не должны, как Германия, открывать свои границы для всех и каждого, в ущерб тем, кто уже здесь живет. И когда сюда приезжают беженцы, это они должны поднимать свои моральные и прочие стандарты до нашего уровня, а не мы опускаться на их уровень в части прав женщин и так далее. Я сейчас не живу в Англии, так что, наверное, это не ко мне вопрос. Я в Испании живу, не круглый год, но большую часть времени. Для Европы не думаю, что он важен. Я думаю, мы должны жить вместе в мире. К сожалению, какое-то количество людей в мире с этим не согласны, правда? Что такое патриотизм? Это значит гордиться тем, откуда ты, и открыто об этом говорить. Для меня патриотизм важен в том смысле, что я тут родилась и выросла, но я как-то не чувствую необходимости кричать об этом на всех углах. У меня есть друзья со всего мира, с которыми я познакомилась в этой стране. Я британка, но кричать об этом как-то никогда не хотелось.